Она, как и я, потеряла близкого ей человека. Ты злишься? И тебе страшно от того, что не можешь это контролировать. И в этот момент начинаешь думать, что любовь к ней тебя сломала. Заголовок «Роман на грани безумия». Люди не любят видеть перед собой знакомого им человека другим. Это пугает их. Я полностью поддерживаю тактику твоего отца. Ты обязан все это прекратить. Как раз наоборот. Теперь мои руки полностью развязаны. Нетти с Фредом я возьму на себя. Каково это жить рядом с человеком и пытаться заслужить его доверие, любовь, уважение, но постоянно ощущать на его фоне свое несовершенство? Мне захотелось быть этим человеком. Мы пришли.